Приветствую вас, и думаю, нету какого-то универсального ответа на этот вопрос, потому что существуют разные точки зрения на то, как выстраиваются отношения между родителями и детьми. По общему правилу, можно сказать, что если люди заводят ребенка, решили довести его, то это означает, что для себя им больше не то, что не нужно, но они хотят уже жить не для себя. То есть тут нужно понимать, что когда люди хотят ребенка, это означает, что они готовы в него вкладывать, не готовы ему отдавать. И если ребенок запланированный, если ребенок желанный, если ребенок как бы логичное продолжение семейных отношений, да, брачных, точнее, надо сказать, брачных отношений, супружеских, то здесь, конечно, речь идет о том, чтобы отдавать ребенку больше, чем себе. Потому что, когда любишь ребенка, то соответственно, во всем ограничиваешь себя и стараешься абсолютно все отдавать малышу. Другое дело, если в отношениях с ребенком возникают определенные проблемы. То есть, допустим, ребенок не был желанным. Допустим, у ребенка не было, скажем, ну вот, точнее, у вас с ребенком не было какой-то связи, да? Или вы не, или кто-то из вот родителей не хотел ребенка, и все равно так получилось, что он появился на свет. И в этом случае, конечно, возникают коллизии, в этом случае, конечно, возникают противоречия и конфликты. Что нужно обязательно сказать? Обязательно нужно сказать так, что для нормального, естественного, полноценного развития ребенку требуется счастливый родитель. В частности, счастливая мама. У ребенка, чтобы он был счастливым, спокойным, значит, и полноценно нормально развивающимся, необходима счастливая мама. Вот, соответственно, мама в данном случае, ну, это мы для простоты говорим так, в данном случае мама, маме необходимо получать все, что ей нужно для счастья. В классическом сценарии у мамы до рождения ребенка уже есть все, что ей нужно для счастья. Она понимает, что ребенок ей для счастья также нужен, и ребенок является самоцелью. То есть он для нее есть счастье. И она как бы вкладывается в него, делает себя счастливее. Это же относится и к отцу, так, и ко всем остальным членам семьи. Но если возникает такая ситуация, что ребенок самоцелью не является, такое бывает, это нормально, то в данном случае необходимо получать родителю все, что ему нужно, чтобы он был сам счастлив, и только тогда он может сделать счастливым ребенка. И, соответственно, из этого несложно сделать вывод, что если у вас, ну вообще, если ставить цель сделать ребенка счастливым, дать ему максимально, вот просто максимально возможность, да, то для этого нужно быть счастливым самим и быть, жить в гармонии с собой. Получать все это нужно для счастья, если ребенок не является вот этим элементом счастья, если ребенок не является самоцелью. Тогда можно ребенку делать счастливым. В этом случае нужно говорить, что ребенок обеспечивается в обязательном порядке всем необходимым для нормального существования. А после этого родитель обеспечивается всем необходимым для того, чтобы он был счастлив. И после этого ребенку можно давать уже спокойно то, что
что необходимо для его личностного развития. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам помог. Если ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу.